Какое у нас классное утро! Задачу нарядить елку Филипп Киркоров с детьми растянули на целый месяц. Будете каждый день до 31 декабря будете вешать. Как видите, дерево уже готово рухнуть от игрушек, но эта семья не остановится. А давайте сюда повесим. Вот. Давай сюда. Александр Малинин намерен быть в форме к празднику. Так бодро начинается его утро. А пухляш из клипа Little Big Дмитрий Красилов, наоборот, старается не похудеть. Всем бы такую задачу к Новому году. А танцы у Дмитрия энергичные. Сжигает калории и сразу за стол. Светлана Лобода предложила своим поклонникам угадать, каким будет ее образ в празднике. А победителю обещает свое любимое украшение – снять с себя и подарить. К домашней вечеринке в Новый год готовится певица Айова с мужем Леонидом. Они пара танцевальная. Раньше им покорялись танцполы Италии и Бали. А вот в узком кругу родственников могут и не понять их фантазийные па.